с 20 сентября. Здрасте, садитесь, дорогие друзья. С трепетом и ужасом приступаю я к нашей сегодняшней теме. О, сколько нам открытий чудных. Это весь русский интеллектуальный багаж, по сути дела. Готовит просвещение дух. А вот теперь внимание. И опыт, сын ошибок трудных. Это очень трудно. Я понимаю, как это трудно. Я бы в вашем возрасте не догадался. Но вы в своем догадаетесь. И гений парадоксов друг. Литература становится формой жизни. И случай. Бог-изобретатель. Огромный, глазастый, борода черная, растрепанная. С 20 сентября. Открытый урок с Дмитрием Быковым. Русская литература. Второй сезон. Пару бессонных ночей я вам гарантирую, конечно. Это очень здорово сделано. Каждую субботу в 6 вечера. Жизнетворчество. Границы между жизнью и искусством сняты. Художник должен жить так, чтобы соответствовать своему художественному кредо. Умирать на глазах у публики, да? На RTVI.